С вами Архангел Михаил, и сегодня мы будем тестить на деле костюм гитамийского торговца. Поведем мы из морозная гряда в две короны. Так, вот две короны. Нормально, 129%. Так, сейчас сначала постираем его. Стираем. Бам, 29 дней. Вот. Так. А. Покупные должна быть, а вот поближе. А, в принципе, пофиг, сюда можно. Вот. Сейчас возьмем крестик. И будем тестить. Так, идем к Нуи, чтобы потом не отвлекаться на это дело. И в общем будем тестить этот костюм, который я купил. Так, вот это, по-моему, квест какой-то, я не знаю, не берется вообще, ну ни черта не берется. У меня что тут опять какой-то перебор? Нет, везде запас чуть-чуть есть. Чё? Давайте хоть какой-то. Да не, он просто ни первый, ни второй не берется. Ни первый не берется. Ладно. Какая-то шляпа, это не квест. Так, в общем, припешимся на морозную гряду. То есть оттуда маршрут. Вот, оттуда ни за что на свете не доезжалось до места, ну, так скажем, за 20 минут точно не доезжалось, и там приходилось без экологического топлива, минуты еще так, ну, 2,5 точно убивать, то есть 2,5 минуты убивать. Еще и мало того, что еще не доехал. Сейчас посмотрим, что будет, если я поеду на добавках. Вот. Так. Как пачки тут на пинком скрафченные. Так, призываем. Что по календарику сегодня? Мисло декоратора. Понятно. Так. Сейчас погрузим трактор и будем бахать добавку и посмотрим на новую суперскорость, какую она дает. Вау, это будет не 7,5. То есть смотрите, у маневренного трактора, неважно какого, 5 мува. Ну это маневренный грузовой трактор. Вот так. Двухместный грузовой трактор. Ну, маневренный, потому что там новый тип двигателя типа стоит. Ну тут вот грузовой называется. Вот. Такс. Грузим. Такс. Кстати, внешка ничего такая. Все прикольно выглядит теперь. Тури торговец элитный. Все есть для торговли. Абсолютно все. Просто полный комплект. Всего. Всего бизнеса, всех костюмов, всех добавок, еще резов. На 3500 голды куплено. Вообще все есть. Капец. Идеальный торговец. Короче. Ага, сегодня пачек забыл. Так, тестить я буду не сразу. Ах, я потому что боюсь лепиться. Ну давай. О, объехал.
Ой, как же он быстро летит. Я уже чувствую, что это больше. Ё-моё. 8500. Ну, вы просто посмотрите. Как классно. Обалдеть. Обалдеть. 8,5 мува. Капец. Капец. Да уж, да уж, да уж, да уж. Так. Капец. Вот это топ-костюм, вот это жесть. Вот это я понимаю, сейчас начну это голдать, я вообще намного быстрее. Пипец. Вот эта тема. Вот это я летаю. Офигеть. Нереально просто. 8,5 мо. То есть, если инстовая скорость равна 5, то она добавляет 3,5 мува. То есть на 50% работает, а на 70 написано, вот так и есть. То есть если еще добавку юзать, она будет от 5 мува читаться, то есть инстовой. И то будет скорость 9,7-9,8 равняться. Плюс 1,25. Да. То есть это 9,8, почти десятку поедешь с добавкой. Офигеть. Вот это будет скорость. Я их подожду по один голды, куплю-ка потом штук 300. Жесть. Вот это скорость, вот это жесть, вот это да. Обалдеть, обалдеть. Вот это я летаю. Просто лечу вообще. Жесть, как же быстро. Обалдеть, обалдеть, обалдеть. Просто круто. Капец. Я чё, реально так быстро еду? Офигеть. Капец. Ва-а-а. Как же это круто. Нереально ещё круто. Офигеть. Это просто теперь вообще точно. Бля, так офигенно. Офигеть. Это просто капец. Это, блин, это вообще тема. Это вообще топчик костюм. Какой же он классный. Это вообще костюм. Офигеть, офигеть. Кстати, можно обноски продать. Ой, не за столько. Так. Но он стоит, короче, как... Короче, смотрите, он стоит 150, кристалл, 180 тоже 150. В принципе, можно, да, пофигу, я вот так вот регну. Кому надо будет, тот заберет. Как сейчас повернуть надо? Такс. Компенсирован свой порошок. В общем, вау, просто я балдею. Я с такой скорости и вообще балдею. Это капец, офигенно, офигенно. Это так обалденно. Это вообще супер. Круто. Да. Да. Нифига себе, я быстро еду. Вообще быстро. Давайте музычку фоновую погромче сделаем, то что-то тишина. Я устал попиздеть, короче.
Ну, капец. Ну, я за цену борзу, конечно, да, костюм выставил. Офигели. Нет, науки так. Топливо продал, которое уже не надо продавать. Я на костюм потом собирал. Ладно, чё, у меня 250 штук, это вообще да, зажрить. Просто на 125 таких ходок нафиг. Каждая ходка, это, блин, столько колды, блин. Там 10 кг с лишним будет, пока я их свожу. Ну, хоть с наличкой буду. Подал. Ну, блин, даже мыла не было. Блин, реально, реально, я очень быстро сейчас еду, это жесть. Прямая дорога. Надо, короче, там или в браузере покликать. Такс. Теперь 26 дней вообще плюс возить. Вообще там вот голды, блин, нереально. Опять таких. Это спасибо за донат зрителям, вообще поддержали. Я бы сейчас теряющий концентрат не нашел бы, не повез бы нифига. Так взял сотку, снял скилл и все. На Donation Alerts на Киви, потом с Киви сюда. Вообще зашибись. Все, вот сейчас 0 кристаллов. Зато все есть. Два костюма сегодня купил. Офигеть. Это день. Профит. Пипец, я летаю, я просто летаю. Просто супер нереальная скорость. Обалдеть, обалдеть, а как же я тащусь. Пипец, круто. Такой крутой мув, блин, 8,5 мува. Фух, круто как. Там еще так-то бонусы есть. Такс. Скорость передвижения, ну, так. Опыт при занятии ремеслом 5%. Скорость отопления паков 8%. Но это не пригодится, я твином крафчу. Но потом не буду твином крафтить. Я не буду всегда в таком жестком режиме возить. Потом пригодится этот бонус. Но опыт круто то, что дает.
Ну, основное это из-за топлива, конечно, имба. Вообще имба. Без него вообще просто забей. Ну нафиг. Мазохизмом заниматься. Когда еще возить на всю левую часть и на правую. Вот жилку можно вообще забить уже, если ничего не делать. Только в том случае, если вторую только апать. У меня вторая есть, блядь. Сначала нужно 500 плюс 800 кристаллов на плащ. Бибу еще фармить потом придется. О, жесть, вот это что было. Ну, в принципе, вот это вот... Вот этот крабосед. Действительно, крабосед. 650 силы заклинаний бьет. Их заточил в сражении. 20 минут компенсирует, потому что там силы духа, но не так сильно компенсирует. Плюс касс включается раз в полторы минуты. Устойчивость это все по чуть-чуть, так это и нормально получается. Нормально это крабосед, просто пушку надо хорошую. Вот. Фу, забафи вперед. Можно Солоид, да сколько интересно доедет. Он сбивает. На пугало наложил. Там потом развозить буду. Там близко. Вот скупка, считайте. Вот пугало. Чем близко. Ну так, что у нас? 6 минут остается на топливе. Ну, он обязан допилить просто до места. Просто обязан. Чуть-чуть даже с запасом обязан. Ну, видели прямо там вообще? За забором сожрал. То есть очень рано я езжу на добавку. Обычно я сначала... Эти пугала все объезжаю, короче, а потом только хаву. Вот. Вот так вот. Тут я прям за домом сожрал, короче. Пец. Просто одним скорость бега. А, да, 20% это один.
25% это 1,25. Да. Такие расчеты. Получается, что у меня сетушка плюс 2 минуты добавки дает. А костюм 20%. То есть вообще без сетушки, без костюма это вообще просто не утопняк, вообще жесткий. Это вот, чтобы сейчас то, что я делаю. Так вот, купил. Короче, ту фугу купил. Фуго, ник. За 500. Вот сейчас обноски продаю. Вот лохмотья ничего, теперь навыки продаю. За 779. Вообще топовая скорость, 8,5 мыла. Обалдеть, я тут вообще тащусь просто нереально от скорости. Капец, я доехал до сюда, еще у меня почти 4 минуты, наверное. 3 минуты 20 секунд у меня еще прямо. Жесть. Капец, скорость. Я просто балдею с этой скорости. И тут так быстро. Добавку сожрать. 9, 7, 25 мува будет. Писать будет 9,8, но это не так. Это 9, 7, 25. Вот так вот. Как же круто. Пока добавочек нету, чтобы такой скоростью полетать. Почти десяткой. Десяткой. Прикинь, с десяткой почти летаешь на фиксированный костюм. Обалдеть. 925. Офигеть. Две минуты еще на топливе. Две нафиг. Оно бы у меня уже кончилось. Ну там вот еще, когда я чуть-чуть только съехал. Тут у меня. Ё-моё, капец. Офигеть. Офигеть. Я уже тут, у меня еще топливо горит. Обалдеть, обалдеть. Это круто. Просто зашибись. Какой же классный костюм, а. Как же я тащусь от него. У Фуга купил. Фуго, ник. Он мне внешкой продал. Алло. Слышишь? Майк, слышишь? Ник Фуго. Ну да и он в чатике иногда пишет что-то. Должен. Как бы. Он на вид. 2500 голды. Потом закинул 100 кристаллов и концентратом бахнул. Все. Изи. Пипец, вообще круто. Вот и доехал за 18 минут. Вот так.